Вот, друзья, знаете, вы русские, вы Ладно. Вот это ваш сын был. Будьте вы прокляты все, русское говно. Этот народ прибивал свои щиты над воротами Царьграда. Этот народ побеждал Золотую Орду. Этот народ побеждал лучшую на тот момент шведскую армию. Этот народ побеждал лучшую на тот момент армию наполеоновской Франции. Этот народ побеждал лучшую на тот момент в мире нацистскую армию. Люди из этого народа были и на Северном полюсе, и на Южном полюсе, где они только не были. Они сделали множество изобретений, которыми мир пользуется до сих пор. Этот народ создал одну из величайших культур писателей и поэтов, которой до сих пор уважают и ценят во всем мире. Все это сделал великий русский народ. Вы знаете, друзья, человек, который называет русских людей говном, для меня он шакал табаки, который тявкает на Маугли. Да, сейчас мы как Маугли, малолетний Маугли, которого подобрали волки и вскормили, но рано или поздно мы возмужаем, и тогда мы покажем всем табаки, кто такой Маугли. Русский народ, к сожалению, сейчас разделен, он слаб. Этому способствовали Первая мировая война, Вторая мировая война, гражданская война в России, революция, чекистские репрессии. Мы стали слабыми, немощными. По сути, мы осколки великого народа. Но рано или поздно мы воссоединимся и станем снова великими. Захару Артемьеву, который назвал нас говном, я хочу сказать, привести притчу про царя Александра Миротворца. Некто Орешкин, солдат, в кабаке, в царском кабаке, выпил крепко и начал буянить. Один из посетителей сказал: успокойся хотя бы в присутствии царя-императора. А в кабаке висели изображения Александра Миротворца. На что солдат ответил: плевал я на вашего государя-императора. Тут же Орешкин был арестован, над ним учинили суд. И это дело попало лично в руки царя-императора Александра Миротворца. Тыкая своим мощным пальцем, четырежды он сказал: Орешкина отпустить. Суд над ним прекратить, портреты из кабаков мои убрать и передайте Орешкину, что я тоже на него плевал. Вот хочу сказать Захару Артемьеву, ты назвал нас русских людей, русский народ говном, ты проклял нас, наших матерей, наших детей. Срали мы на тебя, Захарка Артемьев. И, кстати, ты никакой не блаженный. Блаженный от слова «блаж». Блаж – это прихоть, выходка. Именно так поступали блаженные, настоящие блаженные, которые делали какие-то причуды, выходки, и этим показывали божественную волю. Ты не блаженный. Скорее, тебе подходит слово «лажовый» от слова «лажа». Лажа – то есть это обман, выдумка. Понимаете? У меня есть книжка Захара Артемьева, он мне ее подарил, когда мы с ним познакомились. Хотел применить ее в туалете, но потом подумал, это уже перебор. Но читать я ее точно не буду. Я лучше поступлю с ней, как и следует. Я ее просто уничтожу. Не хочу читать книги подобных людей, которые оскорбляют и унижают великий русский народ. Друзья, и вообще больше не хочу я говорить об этом человеке. Кто бы там что ни говорил больше, я о нем больше не хочу говорить. Для меня он морально умер.
Пусть он даже извинится, но он показал свое истинное отношение к нашему народу. Я его презираю. До свидания.